Производством пластиковых окон в Беларуси занимаются десятки компаний. Принцип работы у всех одинаковый. По сути, это сборочное производство. Закупил профиль, стеклопакеты, фурнитуру и с помощью специального оборудования собрал окно. У таких сторонних производителей до недавнего времени закупал окна и балконные группы для установки в панели собственного производства и Солигорский ДСК. Теперь комбинат производит их сам. Приобрели необходимое оборудование, обучили своих же специалистов и открыли новый цех на имеющихся площадях. Производство пластиковых окон разместили в деревообрабатывающем цеху. Цех мы запустили буквально месяц назад. Дополнительно введено порядка 7 рабочих мест. Это в одну смену. Сегодня мы работаем над организацией второй смены. И впоследствии стоит задача за следующий месяц, в ближайшее время, выйти на проектную мощность по данному цеху, по данному оборудованию. Новый цех сможет ежедневно выпускать не менее 40 окон. Этого достаточно не только для того, чтобы закрыть собственные потребности, но и предложить продукцию коллегам, которые также занимаются производством стеновых железобетонных панелей. Вместе с тем, выгода от открытия нового производства есть уже сейчас, уверен директор предприятия. С минимальными затратами удалось увеличить добавленную стоимость своей продукции. С учетом всех издержек, производство дает неплохую рентабельность. Планируют снизить еще и затраты на приобретение комплектующих, в перспективе наладив у себя еще и производство стеклопакетов. В зависимости от потребности нашей, мы можем выпускать различные окна, начиная от обычного двухстворчатого окна, заканчивая витражами и всем остальным. То бишь, на что есть на данный момент потребность, то мы будем выпускать. То бишь, у нас есть соответствующая программа, мы залаживаем наши данные, то, что нам нужно на момент монтажа, какие изделия. Мы залаживаем программу, программа нам выдает размеры. Эти размеры мы отдаем на старшем у нас на смене, на распил. Соответственно, делаем распил, паяем, слаживаем, все остальное. Потому что мы можем делать практически любые окна. Эффективным обещает стать и еще одно новое производство. Готовится к открытию цех по выпуску полистирола. Материал используют при производстве стеновых панелей для улучшения их тепло- и звукоизоляции. Под размещение цеха отремонтировали старое здание и закупили оборудование. Уже идут пусконаладочные работы, проходят обучение специалисты. Запустить новое производство планируют в ноябре.